Шестой день подряд бастуют в Риме и других крупных городах Италии таксисты. Во вторник несколько сотен человек собрались в центре итальянской столицы у здания Нижней палаты парламента. Таксисты выступают против недобросовестной конкуренции со стороны частных водителей и таких платформ, как Uber. Они требуют уравнять их условия труда. Для таксистов все регламентировано от и до, тогда как частные водители абсолютно свободны. Не расходитесь, не оставляйте нас без обеда, потому что завтра нам больше нечего будет есть, говорит одна из лидеров акции. Они хотят забрать у меня работу, которую я выполняю уже 35 лет. Они хотят продать нас мультинациональным компаниям. Чем я буду кормить своих детей? Кто заплатит мне пенсию? Правительство Италии планировало регламентировать деятельность частных шоферов специальным декретом, но затем ситуация была заморожена до конца текущего года. Власти заявляют, что им нужно время на раздумье, но таксисты требуют регламентировать ситуацию как можно скорее. Не обошлось без столкновений с силами правопорядка. Два человека получили травмы около штаб-квартиры правящей демократической партии и были госпитализированы.